Акционерное общество Приозерное, Луторовский район, Тюменская область. Наше хозяйство небольшое, занимается вопросами производства молока в основном. Все остальное – это обслуживание животноводства. В том числе и растениеводство – это заготовка собственных кормов, производство зерна на продажу, мясо бычков выращиваем. Площади у нас небольшие, поголовья 2500, в том числе 1050 коров и 3500 площадь пашни. Зерновых 1700-1600, так, в зависимости от сезона. Парк техники порядка 35 тракторов. Техника, которая сегодня представлена нам на демопоказе, нас устраивает по многим параметрам, в том числе по ширине захвата, потому что меньше остается на поле остатков, качество лучше работ, плотность очень хорошая. Соответственно, мы сейчас, вот трактор приехал, погрузит тюки, взвешиваем их и увидим, сколько весит один тюк. Тогда можно будет, когда вес известен, можно будет говорить о других преимуществах. А их на глаз пока видно хорошо. Класс, он и есть класс. Хозяйство акционерное общество Приозерное. Я работаю в этом хозяйстве уже 29 лет. Хозяйство стабильное. Наверное, с 80-х годов на одном уровне у нас поголовье и пашня вся та же. Ничто не изменилось и в 90-е, в нулевые годы. В основном у нас производство молока и мяса. Молоко увеличивается с каждым годом на фуражную. Но для того, чтобы увеличение это происходило, нужны качественные корма. Поэтому у нас задачи и цели приобретать более качественную технику, чтобы и корма качественные готовить. Техники у нас достаточно для заготовки кормов на наши поголовья, для посева, для уборки. Вопрос в том, что техника не очень производительная, старые марки, так сказать. Нужна более производительная, более современная техника. Я давно наблюдаю по другим хозяйствам, проезжаю часто по Свердловской области, когда вот такие красивые тюки сена качественные появляется, всегда хотелось, чтобы и у нас тоже такое же сено и солома были. Впечатление, конечно, приятное, что тюк качественный, обмотка качественная. Еще увидеть, как это будет храниться и скармливаться, еще пока такого опыта нет. Ну, с первого раза, конечно, сложно как-то оценить с одного, то есть раза преимущества наших белорусов, наших российских прессов, но даже на первый взгляд можно определить, кто-то выглядит гораздо качественнее и производительнее. Наши белорусы, ни кондиционеров нет, там, ни вентиляторов, механизатору тоже нужно создавать условия для работы приятные. Чтобы увеличить производительность, конечно, нужен захват другой совершенно. Ширина подборщика в этих прессов 2,10. И грабли теперь такие уже делают, что они волок по ширине не меньше 1,5 метра, а у наших прессов 1,15 м ширина подборщика. С классами мы не работали, у нас ни орудий, ни тракторов нет, но по рекомендациям самая качественная техника европейская, которая давно уже в производстве, давно работает в сельском хозяйстве.